Так, доброго ранку всім. Є питання, трохи я вам розповім свої думки. За підтримку буду вдячний. Так, в общем не планировал я це основной темой делать, но ну, я її зробив основной темой. Там прочитав комментарий. Навіщо ви згадуєте цього чоловіка заужного, Він скільки воїнів загубив. Я вас удалил сразу, вы там подписаны под каким-то ником, капитан Кирдым Бердыр. Вы даже себя не можете нормально зарегистрировать в ютубе, но у вас есть свое мнение, с какими загубил людей. Господину Залужному исключительное уважение, как генералу. Он себя вместе с армией Украины и великими воинами Украины вписал в историю мировую, в историю мировых войн в историю украинского народа раз и навсегда какое бы вы там войну не лили есть такая э, передача влог, мне его рекомендовали э, садок Вишневый. вы на него подпишитесь там два взрослых мужика лют войну постоянно вер валера хе -хе, валера г г это и великий валера хе -хе -хе». вот подпишитесь на них и и слушайте, ну там они на всех, на Берлинскую, у них у всех, кто э, существует, они все в дерьме, эти люди. Э, для них он э, никто и зовут никак. Для меня это уважаемый человек, и э, я увлекаюсь историей войн, э, сам участвовал неоднократно, не один год э, в сопротивлении против российской армии. Знаю, как это тяжело, э, и к нему исключительно только уважение. Исключительно уважение. Для чего вспоминать добрым словом о Заужном? Для того, что он из... Когда все ждали капитуляции, и Байден присылал Гонцов и требовал капитулировать, и вся Верховная Рада, и все, все окружение там Зеленского, кроме, может, 5-6 эффективных менеджеров, все разбежались, то Заужный взял на себя оборону страны при отсутствии нормального вооружения, он тогда о гаубицах 777 даже буксируемых мечтать не мог. И в боях вместе с под его командованием в боях армия Украины доказала, что она жизнеспособна, она боеспособна. И нам начали помогать по нарастающей. Заужный ликвидировал Киевский плацдарм. Из Сумской области они ушли. От Харькова они отошли отогнал их от Херсона на левый берег. Это все было презаужно. И держал оборону ЛБС возле Донецка. Мы из э, СПшек возле Авдеевки смотрели на Донецк в бинокль. Сейчас картина совсем другая. По поводу работы, но вы должны понимать, что есть человек, который верховный главнокомандующий, это выше заужного, который требует постоянно наступления, ему нужен результат, он из бизнеса пришел. Вот как 95-й квартал зарабатывал деньги, это финрез называется, ему нужен результат. У нас же была доктрина, если мы не будем показывать результат, нам не будет помогать. Была доктрина, что кроме Ялты, ноги мыть, кофе пить, мы освободим Украину до последнего села с последним дедушкой. Ну, это как бы это очень хорошо. Я бы вообще бы освободил бы до Владивостока. Просто нужно оценивать реальные возможности. Если у него еще доктрина у Владимира Александровича, э, мы пойдем только на справедливый мир. Но справедливый это, что Россия уйдет отсюда. Прекрасная мысль. Только нужно изучить историю России, прочитать и понять, что она никуда ниоткуда не уйдет. Они так всю жизнь живут. У них поэтому большие территории, потому что они ниоткуда не уходят. И плевать им на эти общественные мнения. Можно жить же в интервью подалека, а можно еще жить реальной головой. И кто толкал за заужного на наступление, это вижу понятно. Он на, на, работе нам мог утопить эти два армейских корпуса на ноль, уничтожить. Но он наступал всего лишь две недели. На третью неделю он стал тупо на контрбатарейку, и все, уже никто никуда не шел. Он уже имитировал активность, потому что он понимал, что это, это тщетная то, что он там дал интервью, дайте мне 300 танков, ну, за слова не надо цепляться. У нас есть человек, который инициирует постоянное наступление. И когда Заужин в своем интервью уже публично, видно, у них были споры не раз, как есть у меня определенная информация. И Заужин сказал, что нам лучше позиционная оборона, то он был уволен в отставку. Все. Зеленскому нужны генералы, которые под козырек отдадут честь и скажут, мы будем наступать. Но ну, вот он <клево> поставил бывшего начальника Заужного, командира Заужного, Сырского, на наступать. Ну, мы же все видим эти результаты. Вот только там одни могут сказать, а мы вот, вот под Коренева. Коренева, Курская область. Кучугуры захватили. А россияне под Павлоградом. Это одна вилка «Россиян под Павлоградом». А вторая вилка сейчас пойдет на Синельникова на, от, отрезать выемку работе на Запорожье. Да, и уменьшать этот круг. Пятно. цирский же принял у Заужного командование на Авдеевке. Вадим Александрович, который любит наступать, и у нас же кто говорил про что нельзя наступать, нужно рыть ФС. Это были зрадники и псок Кремля. Вот лично я единственный человек, который публично мне там организовали эту беседу с Романенко, я на тактико-технических характеристиках ТТХ объяснил, почему мы, у нас не получится наступление. У меня были проблемы личного характера. Да, с кое-какими службами. Потому что я высказал свое мнение. Не буду больше дальше это рассусоливать. И на следующий день пригласили в студию великого поклонника Пушкина, Булгакова, великого друга украинского народа, Некто Арестовича. И он же сказал, что я, такие люди, как я, это ипсо Кремля. А сейчас э, лето красное пропело, оглянуться не успело. И э, все в шоке от того, что мы ничего не вырыли там. И ничего не заминировали. Они в Украинске уже. И дальше будут шагать и шагать. И этот. Э, Сырский опять почему-то забирает подразделение с Курского направления, кидает срочно на Покровск. муж, оно все летит тартарры У Заужного этого не было. Все ждали капитуляции. Этот человек выровнял фронт, откинул россиян по многим направлениям и два года сопротивлялся как мог вместе с армией Украины. И такие, как вы, вообще, ну, идите бродите десятой дорогой. Если вишневый садок, туда подписывайтесь, и там вот это свое войну льете. Нужно быть благодарным. Благодарным и включать мозги. Вот сейчас Владимир Александрович везет план перемоги. План перемоги. Угу. Россияне воюют на свои деньги. Мы воюем на, на чужие. У нас 90% это заемные деньги. У американцев один раз что-то там пропустят, какой-то платеж. У нас уже нет боевых выплат. И у Вадима Александровича есть план перемоги. Неблагодарная скотина, легче всего в этой жизни жить, понимаете? Ну а война, война, ж, на войне ж абсолютно правильных решений не может быть, вот просто не может быть. Сегодня по факту ну, фронт поплыл, он плывет, плывет. В deep state уже просто страшно заходить, вот что то Утром открываешь Телеграм, там 4 сообщения от Дипстейта. Я думаю, говоришь, не, надо все-таки открыть и смотреть правде в глаза. Сыкивин десантуры положил. таким людям, как Жуков, а Заужный вообще не Жуков, он всем по-другому воюет. Он концептуально воюет по-другому. Стоит памятник на самой центральной площади России. На Красной. Кра красный. Красная это красивая. И они благодарны своим командармам, которые глобально выиграли войну. А, а кто за же и поплатился своей должностью? Не только из-за высокого политического рейтинга. А в первую очередь из-за того, что он не, выполнил, не выполнил за забаганки верховного Главнокомандующего. Сейчас есть Сырский, креатура полностью Зеленского, ну, нравится это. Есть Буданов, который на надувных водках плавает. Они сейчас еще уволят Сырского, может поставят Буданова. Вчера уволили Игоря Вороненкова, это главный инспектор Министерства обороны был, это который <кхм>, ставил неудобные вопросы на ставки. Сырский от потребовал ультимативно уволить Вороненкова. Да увольняйте, господи. Не вырыли окопы, не сделали жботы, не сделали доты. Ничего страшного. Украина большая, речка не широкая. Она поможет обороняться, когда перейдем на правый берег, вся группировка. За ужином исключительно повага. Знаете, высраться на человека, это ж много ума не надо. Это просто быть, нужно быть <как> неблагодарной, необразованной обезьяной. Великий Валера, какой-то в, 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 в Вишневом садочку. Великий Валера. Да на себя смотрите, комментаторы, твою мать. Так. Там по поводу этой статьи политика. А наш, это ж поли, позиция политика это личная газета Белого дома. Сейчас, да, издание. Это позиция Пентагона по Курской операции. Это позиция Байдена по этой операции. Это позиция основных наших доноров наших доноров. Они ее не понимают, эту курскую операцию. Вы думаете, что она там успешная такая... Мы зашли на пустоты. И посмотрите, сколько российского и российского видео на одном километре квадратом по 8, по 9 ББМ разбито. Вы читаете этого э, аналитику Нидерландов и Датчан, которые подсчитывают убытки. Посмотрите статистику по подбитым нашим ББМам. Угу. МРАМам, эм МРАМам эм их, их там По 50, по 60, по 70 машин Подбитых Мы ну, же просто это не показываем Мы все лайкаем видео, там где мы кого-то подбиваем Какие успехи на Курском направлении Что они дали Суммы сейчас в эту минуту Сидят без воды и без электричества Удары по Сумам и Харькову Кратно увеличились там 5-6 раз Оцеляют такие городки, как Гухов и другие, массово выцеляют. Это перемога. И не можем навести порядок, чтобы эти фермеры отдали землю для фортификации, чтобы военным легче было воевать и минировать поля, чтобы другие поля не захватили. Они перерывают канавы, чтобы человек не мог выехать на позицию нормально. Это безвод. Там была ссылка на Камбригов, тот же самый, я так понимаю, которого отстранили с 80-й бригады Камбриг, который, видите ли, смог перечить господину Зеленскому. Да Салину перечили, он нормально слушал, что ему говорил вопреки Васильевский, Жуков. Говорили, Жукова могли 5-6 раз расстрелять или Рокоссовского. Говорил и слушал нормально Сталин, не расстрелял. И слушал, в первую очередь, их мнение. Потому что если ты телепродюсер, то слушай того, кто всю жизнь учился воевать. А у нас э, только человека уволили, сразу достают тазики война, то молились, там везде было написано заужный байрактар и еще что-то там, и хаймарс. А теперь уже заужного в унитаз. Идеальный он человек? Да нет, он просто человек. Люди не могут быть идеальными. Но в целом это так получилось, может быть, случайно, не случайно, это стала историческая личность. Благодаря и мужеству армии Украины. Но во всех войнах главнокомандующий это, – это ключевое. Это ключевое. Да. Ну, так показывает жизнь. Начиная от там, Кутузова, Детали, Суворова, заканчивая э, какими-то там Манштейнами да, или Шварцкопами. Изучайте истории войн, а потом ли, ну, лейте дерьмо на вишневых садочках. И из-за ужного прана там был банальный вопрос. Кто чуть-чуть разбирается в картах, а сейчас карта можно смотреть на правый фланг, про который не любят говорить, про Украинск, про Павлоград, про Сынельникова. И, а там же будет еще три стрелочки. Я же три стрелочки. Одна пойдет на Днепр, Другая, Запорожье, будет обрезать круг, связано с речкой. А третья пойдет, это же направление Сумы, Полтава, Харьков, южное направление. Да, так оно и будет. И был нормальный вопрос, ну вы вышли на плацдарм Курский, что дальше? Россию, если вот лететь, например, с Калининграда до Владивостока, это практически 11 часовых поясов. Ты летишь, летишь и летишь. Ну какие-то ресурсы, у них ресурсов нет, даже вот они границу перешли, 50 километров, и все, ресурсов нет. Они же видят, что они по логистике растягиваются. Захватили 80 вымирающих сел. А эти захватывают крупные агломерации. Вот они сейчас на, этом, на юге Покровска, они там берут агломерации по 25-30 тысяч населения россияне поэтому в этой политике в газете было написано свое мнение белого дома по поводу этой курской операции и чем она нам обернется и мы там спалили у нас в 25 году непонятное финансирование на 25 год мы же мы же при кредите американцев сейчас сунемся назад а представьте если бы не было этих американских денег, вот этого 61 миллиарда. И то мы сейчас на каждом шагу льем войну, что американцы не такие. Вот ты смотрел передача Исландия, на главном постере у них это дерьмовый посол США, вот эта женщина. Этого Бутусова, этого Шабунина и ее там, и Блинкина. Вчера в этом садочке Блинкина там, ну, рассказывали о нем, как об очень плохом человеке. Та благодаря этому Блинкину Украина сейчас существует ще три года. Вот три года э, существует Украина благодаря Блінкену. В первую очередь. Ну что, если бы Блинкин не завозив бы эти анлавы и дживеліни, тогда, он же начинал с дживелинов, а сейчас уже поставляет мелкими партиями самолеты. Понятно, что он дерьмовый, ну, потому что он только буксируемых. гаубиц 777 привез сюда почти 300 гаубиц. И римбазы привез, и все остальное. И 109-е самоходки, и все что угодно. Это что Блинкен. И давил на немецких партнеров, которые собирались только каски и турникеты поставлять. А сейчас немецкие партнеры, благодаря хитрому еврею Блинкену, поставляют и РИСТЕ уже штук 10 комплексов поставили, которые сбивают баллистику. Понятно, ну, мы ж не благодарны, нам высраться кому-то на голову. Блинкин, Заужный, вот все эти люди, они все плохие. Поэтому там было написано нормально, там же они опросили около 10-15 генералов наших, как пишет международная пресса, комбригов. И когда за ужин консультировался, он спросил, ну вот вы вышли на село Куренево, что дальше, какие перспективы, какая стратегия, какое стратегическое направление. Не тактическое. Ну, тактическое где-то убрать эти зубья от дракона и переехать и кричать, а, о, о, там, ну, что дальше. Учите Наполеона, он же зашел в Москву. Он в Москве сидел, в Кремле чай пил. Писал гневные письма Александру Первому, что выходи, подлый трус, капитулируй. Александр Первый сказал, у нас страна большая, Иди дальше. Вот дальше мы тебя и подловим. И вот, когда бозные группы разрушили Наполеона, то он был разбит. Да. Хотя французы могут хвалиться, что он типа захватил Москву. Только потом, через полтора года россияне пили водку в Париже. И кричали «Бистро! Бистро!» все описано в войнах исторических. Если изучить все исторические войны, то вам легче будет головой кукекать. Читал также прессу польскую о том, что у Зеленского с Икорским очень тяжелые отношения. Зеленский чуть ли не переходил на ОР с министром иностранных дел Польши. И, я не знаю, Владимир Александрович, наверное, никаких выводов не сделал после Вильнюсского саммита, когда от него три месяца и четыре месяца вообще трубки не поднимали. Он, он тоже <coughs> крутил телефон, алло, алло, а там ваш абонент находится поза зоной досяжности. Но одно дело тут какого-то предпринимателя загрузить в Украине, а другое дело понимать, да не скуднее рука дающего. Зачем плевать в то ведро, колодец, которого ты пьешь? Просят поляки этих выкопать убитых на Волыне. Да пусть выкопают хоть бульдозером, хоть чем, хоть аккуратно. И все цело, пусть эти янтарная мафия поможет все выкопать, выкопать до последнего скелета и показать уважение к этим полякам. Владимир Александрович задаются вопросы, что в одну минуту просто перестанут от него все брать трубки. Да. А благодарным нужно быть всегда. В первую очередь, в, в, ну, надо в себе воспитывать чувство благодарности. По поводу того ПВО, что он их чмирит, не будут они сбывать эти ракеты российские. То, что он говорит, выйдут они на границу с Польшей, э, по, по, по Украине, и типа Польши капец. Поляки говорят, а это наши проблемы. Вы за свои проблемы переживаете. Поляки имеют границу с. Калининградская область рядом дышит. Военные базы Искандеры стоят ядерные. У поляков уже есть отношения с Лукашенко. К нему бегают эти афганцы через забор. К полякам бегают. Поляки, в отличие от нас, если взять 300 лет истории, например, с Богдана Хмельницкого с 1545 года, да, то поляки всю жизнь воевали с россиянами на национальном уровне. А мы тут жили с ними в основном покорно да еще с, с алексея с алексея отца петра первого как мышки жили тихо сидели как мышки в наружке а поляки воевали поэтому полякам не привыкать воевать с российской империей. ну и в, 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 в окончании этой темы э, наш легендарный Усик, ну, я бы ему не одевал кайданки, но раз до этого дошло, а у поляков же там бы все равны, то, наверное, пришлось ему одеть. Как пишет польская пресса, оба были выпившие в нетрезвом состоянии, и в таком состоянии на борт нельзя было допускать. Они видели, что это чемпион великий. Ну вот так протрезвейте, идите в нормальном состоянии. Особенно вот этот его тренер второй. Вообще не алё был. Так смотрите, как вот я помню, как меня ограбили в Риме. Я пришел у БД показывать же консулу. И в шикарном районе, кстати, посольство, но они в разных зданиях. И в разных районах. То он мне хамской форме ответил, а я говорю, у меня нет, нет денег, ничего. Я в шортах стою и все. Все украд. Говорит, не что? 20 евро со своего кармана тебе достать. я себя так дерьмово еще ни разу в жизни не чувствовал. И потом нелегально через перевалы выехал сначала в Германию, через Австрию, до Мюнхена, а потом добрался все-таки до Польши. В Польше уже восстановил документы. И то я не мог зарегистрироваться на электронную подачу документов. Оказывается, она была отключена. Вот посольство в Польше, Украины, отключило законную процедуру регистрации при утере паспорта. И потом я через военную разведку, с которой я работал. Они вышли на военного консула Ковальчука, по-моему, фамилия была. По-моему, Ковальчук. И они мне включили на... Сказали, в 10 утра зайдете на сайт и будет включена эта опция, и вы зарегистрируетесь. А до этого она была отключена. И я зарегистрировался. И мне потом дали паспорт. А ради Усика был под ответ СМИД. Министр иностранных дел прислал срочно консула президент на личном контроле держал. Мне интересно, президент по всем так гражданам Украины переживает? Нет, избирать нам, потому что у нас же феодальное государство. Мы же самые свободные люди. Это селебрити, это любимый, знаете, как у какого-то императора Рима, любимый его гладиатор. А по простолюдину арестуют какого-то где-то в в какой-то стране, да? ну ,まあ, арестовали, это арестовали, твои проблемы. А Бухового Усика не пустили на борт. Это целый кипиш. <tới> так. <IN> Смотрел видео, подловили россиян на Монке 90-й, почему нужно минировать посадки. Шесть человек валяются, два ничего не слышат, полная контузия, и восьмой так более-менее здоровый. Вот поэтому нужно ставить мины. Но мы их не ставим. Они в Украинск, с город идут, просто идут по городу. У нас волонтеры бабушек каких-то вывозят, а российская пехота идет между домами. В ТСН, это ж ТСН, это ж не желтая пресса. Ор поднимает наши артиллеристы, Буар, служба управления Артагнем и Собовцы, что нет мин 120-х. Как, как мы можем держать Покровское направление, <кх> если нет мин? А мы все ресурсы, самые лучшие, бросили на Курское направление. Спасибо Хаймарсу, видео прилет по полигону, 50 человек валяются. Французы нам готовят, був главным ідеологом цієї программы, писав неоднократно, кому надо. Миражи Ф. Это экспортный вариант, Крутай, крутейшая машина. Не хуже, чем F16, а то и лучше. за многим показателям. И первую эскадрилью нам готовят французы. Говорят, что в этом году будет. Правда, говорят и курдоят. Так. Ну, Романенко вчера делал репост, его друг проезжал по Покровску. Коммунальные службы э, газоны подстригают, а россияне в предместьях Покровска. Ну, так и живем. По Тверской области хочу низкие поклоны. Ну, хотя бы словесный, и поблагодарить спецслужбы, я не знаю, кто в этом принимал участие, э, населенный пункт Торопец, за 4 миллиарда рублей почти был построен суперсовременный комплекс россиянами, там спортзалы, казармы, мегабетонные склады, в которых огромный перечень БЧ хранился, и были крайне эффективные попадания, я такого еще не видел. Мне кажется, Минцифры, она себя оправдала за последние полтора года своей работы Федоров. Ну, просто крутейшее попадание. И понятно, что россияне говорят, что они все сбили. Но если на расстоянии 10 километров повылетали окна в квартирах, то ну, вы сами видели эти грибы. Просто крутейшая операция. Ну, какие-то, я думаю, может быть, квартал будет поменьше обстреливать Украину. У нас, в принципе, есть уже много наработок, начиная от этой полиныцы Я так понимаю, вчера слушал, наверное, поляница летала. Потому что россияне думали, что это самолет летит. Поэтому это надо просто масштабировать. Ну, понятно, что это мы все делаем на иностранные деньги. Вчера смотрел передачу про ГТРК России, оказывается, они сидят в бывшем здании управления концлагерей. Видите, как все эпично. Там, где они льют войной и вранью, они сидят в таких знаковых помещениях. Да, в принципе, и наши. Кабмин это бывшее здание МГБ УССР, СССР. Потом Зеленский сидит в здании, которое Жуков для себя построил. Ставка Киевского военного округа. И в принципе, мы, мы в таких же самых котивнях и сидим. Я так понимаю, пошла э, сейчас задание Наталка Масейчук, Роман Сымбалюк. Э, пошла тема, что Трамп не такой плохой. Вы неправильно Трампа услышали, Трамп хороший. Ну, придет к власти. Увидите, какой Трамп хороший. Операция телефон. А, ну, все мы видим, что происходит. Я даже сам не могу понять, что это такое. Я два дня боюсь брать в руки телефон. Не ношу его в кармане, чтобы не было повреждения паха. видите, что, как говорил Филатов, мэр Днепра, не страшнее воина на свете, чем перепуганный маленький еврей. Но это он говорил о Геннадии Корбане. Ну, видите, так они достали это Палестина, Южный Ливан, Израиль, что пришлось звонить на мобильнике. Я помоделирую, я пофантазирую. Это, я думаю, не так. Они поставили какие-то платы как мини-бомбы по 20-30 грамм. Но это все многие пересказывают. И мне кажется, какой-то идет сигнал со спутника, который принимает этот чип. И идет срабатывание этого элемента. Ну, видите, у них уже взрывается все. До микроволновок и и этих и стиралок. <laughs> Просто, ну, я такое смотрю и думаю, что я чуть сошел с ума. И смотрите, какое поражение развед этой Хезбовы. Хезбола заказали по левым фирмам у тайваньской фирмы, у которой есть филиал в Венгрии, эти пейджеры. Ну и уже ж не только пейджеры, и рации, все взрывается. Крутейшая операция. Мы все смеялись с Масада, а видите, у них и президент в Иране пропал, и лидера Хезболы убрали. Масад, если разозлить, они умеют работать. Это не надувные лодки Буданова. Там смотрел у Бутусова, что Ермак хочет заменить Буданова. Это правильное действие. Буданов не тянет. Он, у него надувная лодка. А Израиль продает пейджеры развед... этим сетям террористов. И даже послу Ирана там что-то оторвало. Видите, Ливан при французах был Бейрут процветающим государством мега. Только за ней религия и Кабзда. Там министр финансовой экономики Марченко говорит, чтобы нам надо поменьше тратить, <къем> мы много споживаем. Я, например, вот по своей семье только на продукты больше не что. Вообще, продукты и заплатить коммуналку, <къем> больше ни на что не могу позволить. А у Марченко, оказывается, мы много споживаем. А вот я смотрел расследование Бигуса. Он там приводит пример вот этот правая рука Порошенко Герасимов у которого не было ничего, но нашли все в, в, Испании. Опять покупают огромные поместья на миллионы долларов под Киевом. Красивая жена у него такая, модельной внешности. И с других партий. В Верховной Раде грибут как перепуганные, как перед смертью. Они верят в Сырского, что россияне не дойдут до Киева. И инвестируют, инвестируют, инвестируют. Могу их расстроить, могут и дойти до Киева без проблем. Это вопрос <laughs>, полутора лет. И опять левобережье будет баба ягодка опять. Да. Так это, по-моему, надо тем, кто просит нас уменьшить споживание, им надо <laughs>, уменьшить свое споживание. На мам ФОП открывает маме, там показывает депутата народного, 73 года он на маму открывает ФОП. Мама почувствовала себе силы предпринимателя. Смотрели все видео, как бойцы Азова обнаружили группу противника в лесу и разговаривали с ними, выдали себя за ВДВ России. Видите, полезно знать русский язык без акцента. Это помогает в боевых действиях. Да. Как и пропагандист знаменитый Зеленского Вова Петров. Вообще они, конечно, ну, на такое дно упали. И Петров, и Иванов. Я Иванова считал как бы по, ну, в плане, в плане интеллектуального развития более высоким человеком. Сейчас просто они и гладково туда притянули. На вещи воексовслужбовцы Украины размовляют русскую мову. В окопах. Петров же, кстати, собирался идти на фронт. Вот у него была передача с Мустангом месяцев пять назад. И Мусан говорит, пошли со мной на фронт. В -в 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 Петров сказал, я иду на фронт завтра. И вот это завтра уже идет 11 лет войны. Стрельба у офиса Вайлберрис. Это в России маркетплейс, один из самых огромных. Семья Бакальчуков. Намоленная семья. 7 или 8 детей. И он говорит, я такой православный Владислав Бакальчук. Она вроде бы лягла под Путина и под Керимова. а Владислав Бакальчук дружит с этим Кадыровым. И вчера пришел же этот намоленный Бакальчук разбираться с женой. Да, привел с собой чемпиона по карате Местоева и заметных бойцов Чичаева и Кодзоева. Да, ну сейчас сядет в тюрьму. Кого-то там уже убили. Вчера в пересрилке. Ранен полицейский. Иди, ну я не знаю, там есть суды в России или нет. Иди в арбитраж и судись. Это шума палата. Прийти и открыть стрельбу в центре города. И все православные. Вот читал утром, делал репост в Телеграм-канале. Боец российский, СВО так называемого. Пришел прямо в полицейском участке, четыре ножевых нанес в лицо своей жене, когда написал на него заявление. Смотрел передачу про студенческую лигу баскетбольную в США. Это через них запускаются все звезды в Национальной баскетбольной ассоциации. Хотя сейчас и открыли программу, которая можно мимо университета попасть в НБА. Так студенческая лига зарабатывала до 2 миллиардов долларов каждый год на студентах-баскетболистах и не платили им зарплаты. Да. И с этого года студенты добились права, э, а это была около 30 лет такая программа, чтобы часть денег доставалась им. И это правильно. <клёх> Интересную передачу смотрел на Файбе. Есть такая, она до сих пор есть Православная секта хлысты. и э, редактор канала, ведущий канал рассказывал Файб о этих хвостах. Э, это такая агрессивная религиозная секта, в которой они там танцуют обряды, одеваются в белые облачения, произносят несвязные слова не русского характера и занимаются оргиями. Оргии у них называются это родение, а, например, если женщина у других мужчин целует его органы, то это называется братское целование. В этих оргиях участвовали такие люди, как писатель Корней Чуковский, Александр Блок, писатель. Как элемент этих листов, многое светская интеллигенция России сто лет назад брали себе как за Такие творческие встречи. И у них еще было такое направление скопцы. Скопцы это направление хвостов, там где делали мужчин, например, евнухами, обрезания делали им. И они довольно-таки богатые люди были. Это такая секта, они держались один другого, и очень было много купцов первой гильдии, которые вышли из простонародия. И с скопцам очень хорошо относился царь Александр I. Основатель этого движения был Даниил Филиппович такой, а потом был некто Селиванов, который побывал и в тюрьме, и потом благодаря богатым, ну это он типа Селиванов был, как Арестович, благодаря богатым донаторам мы даже купили в центре Москвы большое поместье, в котором он жил. Там мне задавали вопрос по рассказать про Шевченко Тараса Григорьевича. Я в двух словах скажу, я понимаю, что вы пророссийский человек. Это человек весьма талантливый, с простолюдинов, выкупленный с рабства, благодаря своим большим связям, он благодаря таланту добился аудиенции по Квитской при дворе, благодаря в том числе той, царицы, которую он потом э, ну, весьма низменно называл в своих произведениях, он был выкуплен, он, у него э, прекрасный был талант и как писателя, так и живописца. Попал он под репрессии, потому что они благодаря польским восстаниям были репрессии с инакомыслием. И он как раз попал в эту переплет. Когда его коснулись репрессии, то понятно, что его основные произведения были связаны с заневолением украинского народа. И то, что происходило, борьба, например, победоносцев и другие, они же боролись не только с поляками, они боролись с закономыслиями в Украине и в других странах, в других своих, типа, малорусских регионах. И это отразилось в его поэзии, особенно на украинском языке. На русском его произведения были такие не особо высокого литературного качества. Человек прожил свою сложную жизнь, не был, не был помилован, потому что это было связано с оскорблением именно матери царя, которая дала основную часть денег на выкуп его, когда покупали картину его друга художника. Ну и в принципе во второй половине своей жизни он жил в Алковыту и я думаю сказалась и его служба в армии в Казахстане и на здоровье и он умер да. обычный человек которого возвели в ранг пропаганды на удивление как и националисты так и советская власть у нас же такая же самая участь и у Франко я вообще считаю что надо жить по принципу не возведи себе кумира. Да. Нужно понимать, что это были люди, которые были и грешны, и жили своей праздной жизнью. Тот же самый Шевченко, он вел очень богатую жизнь, он мог за один раз купить себе кафтан за 100 рублей, это было годовое жалование извозчиков в Питере. Он жил богато, да. Кутил с подружками, с женами своих друзей, отбивал жил в приконном возрасте, ну там за 50 с молодыми девицами. Он был обычный дядька, да, ну которого мы сейчас возвеличили в ранг пропаганды. Россияне, например, шампуют Пушкина, а мы Шевченко. Хотя лучше его понять просто как человека. А по вопросу о Бузине, чтобы был убит Бузина, если бы у нас СБУ не было тогда пророссийское, а Бузиной занялись бы спецслужбы, то не было бы смерти этого Бузины. Бузина свою образованность историческую перевел в ФСБшную пропаганду в Украине. Не пренебрежительно, с неуважением отзывался о коренном народе украинцев, хотя он сам украинец этнический, но и с семьи И крайне недостойный человек. Очень горевала по Бузине госпожа Влащенко, ну, а сейчас у нее самый близкий друг Белковский, который возглавлял избирательную программу кандидатов в президенты Российской Федерации, некса, некто, Ксюша Собчак. Так и живем. Я же говорю, у меня влог сугубо проукраинский, поэтому вот это все киса киса, а киса воробьянина здесь процветать не будет. Смотрел передачу о курорте на юге Франции, юго-западе, Биориц. Поэтому у кого будет возможность посетить страну Басков, именно северную часть, французскую, то посетите. Там, кстати, стоит храм, который построила уроженка Волыни, вторая жена Александра II, Юрьевская. Да. И ну, такой храм сверху, такой ничего внутри, за нет Ну, курорт на любителя. Чисто такой, аристократический, не для купания. Ну, а так, в принципе, все. Всем хорошего дня. Э -э верим в лучшее. Я, кстати, тогда единственный наверное, был человек, кто был против этого наступления. Но ну, я готов защищать э -э и отстаивать честь господина Заужного до, до хрипоты.